Грузинский друг Айкы Анатолия Бергена Сосо Павлиашвили, похоже, не прочь остаться в Казахстане. По крайней мере, исполнитель хита «Радовать» постепенно обрастает друзьями среди представителей казахстанской эстрады. И клип об Астане выпустил Саша Иматай в главной роли, теперь вот по городам отправился петь для зрителей. Словом, все делает как надо. Так, 17 апреля Сосо Раминович выступит на юге страны в городе Шымкент. Интересно, что отправится он туда не один, а с отечественным горцем Туралом Эверест. Жителей солнечного города, судя по реакции в соцсетях, такая весть обрадовала. «Ждем, родной», — пишут они в комментариях под публикацией. Интересно, будут ли Сосо с Туралом исполнять что-нибудь в дуэте.